Всем снова здорово, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в древние свитки 4 Oblivion. Сказка о потерянном счастье, модификация. В общем-то, пришел я. Все-таки выбрался из той долбанной норы. Вот, не так что-то было и трудно. То есть невидимость. Невидимость, быстрый раш, то есть, чтобы тебя никто там не покоцал, и все. Я потом оторвался от этих чудовищ. Там, в принципе, ничего интересного не было. Я ни с кем в схватки не вступал. Просто нахрен забрал эти долбанные сапоги. Вот, и поместил все сюда. То есть, вот они теперь, этот сет здесь. Поскольку мы его носить не можем, я его туда оставляю. Тут, короче, у нас уже столько шмоток. Что вообще жопа, конечно. Продавать я не знаю кому. Это факт номер один. Факт номер два. Алисия почему-то все-таки переоделась в свою боевую броню. И я думаю, может иметь смысл тогда ее с собой захватить. Или хер уже с ней, пусть остается, ладно. Как-то так случилось, что она все-таки после сна в боевую броню переоделась. Все, то есть сейчас я предлагаю нам пойти. Ей, конечно, тут скучно, дико с этим, вот они тут так вдвоем весь день стоят. Но, что-то не знаю, я не хочу ее брать, короче. Может быть, это глупо. Короче говоря, что пойдем делать сейчас? У нас квест же есть от кузнеца, да? Местный кузнец Микай попросил меня найти утерянную книгу гномов «Кузнечное искусство». Следы этой книги теряются в Старграде. Как говорят, самого города уже нет, он полностью разрушен. Но поискать там книгу все-таки надо. Сперва надо найти сам Старград, который находится в мертвом лесу. Пройти в этот лес можно через черную пещеру, что на самом севере долины. Вот я поэтому и боюсь с собой брать Алисию, может, ее там кокнут. Но с другой стороны, не знаю, короче, давайте сохранимся и возьмем ее сюда, да, на пещеру Арахнида. Пусть она с нами все-таки бегает. Пока что это квест побочный, поэтому можно ее с собой потаскать, хоть как-то поможет нам. Пойдем. Чего? Как ты думаешь, чего? Хватит здесь ягодицы просиживать. Пойдем. Как скажешь. Все, готово? Ну, я надеюсь, ты... Все, отлично. Только я надеюсь, она не на кулачках будет. Правда, я оружие у нее не вижу. Ладно, будем надеяться, она расчехлит, когда время придет. Так, сюда. Вроде бы в боевую одежду она оделась. Затестировать, к сожалению, негде. Блин, у нее точно что-то меча нету. Как бы вот какое-нибудь существо найти, против которого она бы подралась. Не посмотреть, есть ли смысл ее с собой тащить. Так, куда? Куда сгонять пока, а? В ту же корневую нору можно, конечно, попробовать сбегать. Так, ну все, я проверил, значит, отставить. Алисия с нами не идет, дерется она только в рукопашку. То есть меч благополучно где-то просран ей. Блин, жалко, конечно, так бы она хоть помогала бы как-то. Ну, будем надеяться, что по мере совершенствования нашего, как они, мудрости, то у нас будет истощение все меньше и меньше. Здесь что-то написано, замедляют наступление. Не знаю, какая цифра здесь должна быть, чтобы у меня совсем было маленькая. Значит, почему некоторые сопротивляются электричеству? Потому что вот, сопротивляемость шоку 84% у местной фауны. А всему остальному сопротивляемости вроде нету. Ну, поэтому, если что, будем нашим миксованным заклинанием по ним пулять. Так, Старград это где-то вот там. Нам в северный телепорт, значит, надо. А я иду куда-то вообще хер пойми, да? Так, сейчас что у нас по времени? Утро? Ну да, утро. Это самое замечательное время для новых начинаний. Вот, не ночью переться опять в эти все пещеры темные, во всякую эту жопу, где опять духи будут постоянно вылазить. Двойную работу нам давать. А именно с утречка, чтобы за день не успевать все сделать. Что тут подглючивает-то, херня? Тут программа так себя ведет. Лучше восстановление запаса сил мне дало. Это вот я замечаю, что если на паузу уже нажимаешь программу, да, то есть, чтобы она пока не записывала, то все идет более гладко. Как только программу включаешь, то гладкости уже нет. Может быть, это просто особенность бандикама такая, я не знаю. Но я помню, что с Фрапсом было еще хуже. Там была вообще дикая задница. Прямо тормозила такие, что-то не знаю, какую программу поставить, чтобы все шло охеренно гладко. И иногда у меня... Подозрение возникает, что когда на ютубе свои ролики просматриваю, то у меня же 60 FPS стоит, кадры. То есть и на ютубе также. Так, северный телепорт. На ютубе такая же фигня, то есть в качестве, если заглянете там видео, да, то написано там 10
10, там, 1080, да, R на 60, или 720 R на 60. А вот здесь, ну, что-то, ну, визуально как-то не кажется. То есть глазом-то видно, понятно, что вооруженным глазом, невооруженным глазом видно разницу между 30 и 60 FPS. То есть при 60 FPS такое ощущение, что вот это ты сам играешь, сам все видишь. Так, ага, пещера вон там. Ну, блин, опять какие-то... Я вот что-то ссусь по этой пещере сейчас идти. Черная пещера. Че? Кто-то крикнул. Ладно, не будем внимания обращать. А в Японии есть такое поверье, что если ты идешь мимо кого-то, не обращая на него внимания, как бы не замечая его, то, в принципе, и ты замечен не будешь. То есть даже если на тебя смотрят... А где пещера-то, сука? Даже если на тебя смотрят, что-то хотят от тебя, но ты на него вообще взгляд не переводишь свой, ничего такого, то к тебе, в принципе, и не пристанут. И, кстати, иногда, я вам скажу, срабатывает эта тема. Так, а чё, куда? Ну, в реальной жизни имеется в виду. Дверь это хер, конечно. Черная пещера. Ну, где-то прямо здесь она. А, вот она. Фига себе, дверь. Так, ну что, экономим на свету. Включаем факел, наверное. Ну ладно, пока можно и светом побаловаться. Оп, иллюзию повысили. Так, утрать, по всей видимости, это и есть черная пещера. Через нее смогу выйти к мертвому лесу. Охереть, еще не лучше названиться. Ну вот и лес, твою мать. Так. Что у нас там, кстати, по заклинанию, вот по этому, которое я выбрал? Плюс 74, да? Ну, не так и сильно, короче, бьет. Ну, его потому что практически не качаем, а вот... Ага, а вот дремор у нас должен расти. Там кто-то дышит стрёмно. Опять этот Фельбрин. И на электричество ему уже нассать просто. Идет так медленно. Типа, подожди, я сейчас дойду до тебя, тебя грохну. Да нет, нихера, братан. Я думаю, что я первее. Отлично. Один готов, но потратил на него половину маны. А кто следующий? Так, я, пожалуй, сохранюсь-ка. Потому что умереть, это значит вылет игры. Фледер. Шреддер. Вот у меня нет совершенно никакого желания ходить искать здесь себе врагов. О, сундук. Вот это вот надо, вот это вот очень... О, блин, не то взял, ну ладно. Это просто позарез нам нужно. Так, чё? Э! Ну, гуль, да. Гуль это... Ух ты. Я по-другому попал. Так, ну тут надо... Ай, там еще огонек этот. Херач, херач их. А! Гуль впорол. Давай, давай, давай. Да ты бы лучше меня от гуля бы защитил бы. Да. Ну, вылет, наверное, да? Ну да, все. Все-таки хочется, чтобы Дримора стал божественным. Уже. Тогда нам будет проще. Вот куда мне идти? Я фиг его знает, на самом деле. Так. Подкрался сзади, незаметно. А, он пока еще просто сильный, да? Давай, маши. Красава, просто вырубил. Проказа, ну нахер она мне не нужна. А, вот сундук обязательно. Сундук это обязательно сложный. Так, по-моему, у меня на пятерочке, да, баф? Вот, сотка. То есть вообще сейчас без проблем. Ничего резко у нас отпускаться не будет. А вот это вот мы обязательно наберем. Золото просто великий. Это вот можно тоже брать. Очищение, это все по площади. Вот бурана можно взять. Так. Давайте-ка я еще раз сохранюсь. Здесь, я насколько помню, да, тоже был сундучок обязательно. Деньги мне, в принципе, я не знаю, пригодятся, не пригодятся. Мне кажется, что мне не нужно будет. Так, а вот тут, да, вот тут аккуратненько. Гуль, гуль орет. Вот он. Ну, ударь его. Ну, еще ударчик, пока не умер. Все, успевает. А это упырь, а не гуль. Красава.
размочил. Красава. Че, упыри есть? Обычный, да, и маленький. Просто я думаю, можешь мне на посох переключиться, а? Луком я практически не пользуюсь, а вот посох молнии обычный. Давайте мы его сейчас подзарядим. Так, ну давайте большой. Ну вот этот очевидно, да? А давайте мы сейчас их все зарядим нахрен, чтобы потом не путаться. А, нету. Эти тогда мне нахрен не нужны. Обычные 5, ну могут пригодиться когда-нибудь. Блин, мы так будем до усрачки заряжать этот посох. Лук надо будет тоже зарядить. Так, выкинем. Маленький. А, ну вот сюда. А, ну и обычный. А, все, не на что тратить. Так, ну черный камень души, естественно, тратить не буду. Вот, если что, будем посохом помогать, чтобы ману экономить. Братан. Да хули ты убегаешь, я извиняюсь, конечно, за мат. А, да им плевать же на молнию. Чё я? Давай, 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 выворачивай его. Давайте, помогу. Вот кровавый гуль — это жопа. Катить их очень тяжело. Даже в мыслях, сука. Ну все-таки огнем да холодом. Мы ж по нему попадаем. Попадаем. Обычный великий. Ну ты и уродец, парень. Ты, конечно, в этом не виноват, не обижайся, что ты уродец. Уж каким уродился. Так, ну посох, короче, тогда нахер забираю. Ну смысл в нем. А лук пусть будет. А лук, кстати, тоже нахрен не нужен. И он у меня электричеством стреляет. Зашибись, все электричество. Ну нахрена нам тогда нужно-то, если у них у всех сопротивление дикое. К тому самому долбанному электричеству. Так, тут что-то такое красное. Откуда этот красный зловещий свет, интересно? Какой-то монолит. Ха. Я слышу тебя прекрасно, падла. Ты же у нас опять спрятался, да? На ощупь. Вот сейчас он появится из невидимости и прыгает мне в харю прямо, да? О! Ну, примерно, да. Держи. Ага, хорошо, не нравится тебе, на! Так, мне сейчас тоже не очень понравится, когда, если он подойдет ко мне. Все, вызываю нахер. Вызываю подкрепление. На. Хорошо, что он на него. Отлично, ну добивай, добивай его. Красава. Великий, да, обычный. А что ты забегал-то? Блин, неплохо. Ну, в принципе, кое-как мне. Он меня коснул, конечно, но мне повезло, что ничего серьезного. Что у меня со сложностью, кстати? А, я вроде, да, у меня 50%, а все равно надо здесь побегать, повыживать еще. Умудриться с этой модификацией, потому что она вроде бы на сложность вообще никак не влияет. Кто там еще? Йо, твою мать, да. Все то же самое. Ловит, поймать не может. Я сломаю тебя. Ай, сука. Ой, там еще этот прыгунчик. Давайте присядем, так проще будет. Ай, все, не могу стрелять. Давай, давай, урабатывай. Братан, держись. Нет, наверное, он не успеет, да. Либо его убили, либо он сам исчез. Надо гуля добивать, срочно. Бля. Да блин, инвалидка. Ну ладно, хоть стрельнул. Отлично, одного. Так, ну и чего ты долго там стоять-то будешь? Ждать, пока он меня прыгнет. Он сейчас и так меня прыгнет. Опа. Не получилось, братан. Подходим. Ну и бей его, давай. Все, молодец. Зачеркнул его. Так, человечину брать не буду. В гуле наверняка опять ничего интересного нету. А, это упырь.
Ну да, нет, смотрите, полный камень душ в нем был. Ладно, пока движемся нормально. С маной пока тоже вроде. Ой, это клеймора твоя, чувак. Это твоего собрата. Клеймора. Видать, он все-таки не своей смертью умер. То есть его убили, клеймора выпала. А, вот и мертвый лес. Все, подошли, считайте, да? Отлично. Так, обязательно, обязательно вот это вот надо брать. Бабок мы, конечно, в сундуках накопим, нехило так. Но в сундуках, на самом деле, надо разработчику должное отдать, полезные ништяки лежат. Относительно, то есть что-то дорогое, что-то такое. Так, свет я, наверное, уже сейчас включать не буду. Так, на ощупь дойдем до выхода. Сохранюсь. А выход вот он, да? Ну что, погнали. В мертвом лесу полно опасности, а вода так просто смертельно опасна. Так, я понял, я усек. Нельзя заходить в воду. Ага. Тихо. Действительно лес мертвый. Что же здесь случилось? Ну ладно, надо искать останки Старграда. Остатки. Как найду его, там приступлю к поиску книги. Надеюсь, я смогу его отличить от простой книжонки. На самом деле музыка вообще мертвому лесу не соответствует. Нифига там. Ну как-то вообще не атмосферно, да? Клеймора не менее. Ищ, спасибо, не надо. Что тут у тебя? Записка. Это, наверное, для прикола, что ли, разраб сюда музыку эту включил. А, вот карта. Записулечка. Так, дорогая Зель, наверное, мне уже не суждено вернуться домой. Здесь творится что-то страшное. Эти проклятые ведуны решили уничтожить Старград. Уже весь город горит, а от арены почти ничего не осталось. А кто могли, те попрятались в подвалах. Все ценные детей спрятали там же. Но вряд ли это поможет. Старград обречен. Будь проклят этот Эльфаир и ведуны. Умоляю, не появляйся в этом месте. Здесь только страх и смерть. Даже вода смертельно опасна. У меня кончаются силы. Береги детей и не забудь. Чего ты не забудь? Ну, музыка, конечно, да. Это а-ля 80-х дискотека. Офигеть, конечно. Не. Уважаемый разработчик Алекс Тирекс, я тебе скажу, что вообще не катит. Но это в конце концов. Я на дискотеку 80-х реально пришел или что? Или в мертвый лес. Ну ладно. О, камень какой. Когда стоишь передо мной, а черная пещера за спиной, да? То что? То нихера, да? Глазами видишь, Старград тебе не переминуть. Отсюда влево повернешь, для зрелищ места ты найдешь. Когда же вправо ты пойдешь, будь осторожен, пропадешь. Значит, направо пойдешь, какая-то там херня неведомая будет. Налево, я так понимаю, в записке было сказано про арену. А впереди что, он не сказал? Что-то не... Глазами Старград тебе... А! Впереди, значит. Короче, какая нахер разница? Нам здесь все равно придется сейчас изучить. Ну вот, уже более похоже на мертвую пещеру. Так, кто-то по нашу душу. А, нет. Это новая музыка. Но пока... пока здесь все пустынно. Впереди я что-то вижу на радаре. Ну, ничего так атмосферненько, только музыка... Ну вот это еще можно ее сюда впихнуть было, да. Хотя сюда реально подходит больше та музыка, которая у меня по умолчанию в игре стоит, которую я запихал. Так, вот эта вот туманность, я так понял, это какое-то говно, в которое входить нежелательно, да? Че, попробовать войти? Это, может, это телепорт какой? Старград вижу впереди. Давайте рискнем. А, нет. Просто дымок. Теперь я проклят. Телепорт... А, это телепорт Старграда. О, теперь мы можем телепортироваться. Он работает? Да, отлично. Все. Хорошо. Что-то какой-то относительно маленький городок был. Ой. Ты свой? Или чужой? Да вроде не нападает. Здорово, братан. Приветствую тебя, старый. Ага. Что привело тебя к достопочтимой Старграду? Я ищу старую книгу гномов о кузнечном искусстве. Нет, не знаю такой. Если она была здесь, то следует ее хорошенько поискать по чердакам и подвалам. Да, но кто ты такой? Ты ведь не из нашего города. Я Витар.
А остальное и сам хотел бы знать. Вот и хожу, пытаюсь хоть что-то вспомнить. Алкоголик, сука. А я, к сожалению, все помню. Помню этот город цветущим и великолепным. Теперь сам видишь, что с ним стало. Вижу. Одни руины. Но что случилось здесь? О, это длинная и грустная история. Когда-то этот город был полон жизни, но однажды случилась беда. В городе Небедунов произошел раскол, и тимати никак не могли поделить власть. Зачинщиком был великий маг Нильфаир, он проиграл этот слад. Все бы ничего, но этот опальный маг скрылся от Бедунов именно в нашем городе, и они его все-таки выяснили. И хана, понятно, все сожгли. Бедуны потребовали сдать их Нильфаира, иначе пообещали всех уничтожить. Но царь прославился своими магами, и мы решили, что город не присутен. Но мы ошиблись. Магическая защита должна была выдержать даже атаку ведунов, но почему-то не выдержала. Позже мы догадались, это было предательство. Мы даже знаем этих предателей. Это Нильфаир и ведун Стархон. Не Старх ли? Подожди, ты говоришь Стархон? Я знаю одного мага. Думаю, он тоже ведун. Его зовут Старх. Не он ли это? Старх, говоришь? Да, это определенно он. Значит, жив еще. Это хорошо. Месть будет слаще. О какой мести ты говоришь? Сколько времени уже прошло? Пора бы и успокоиться. Мы бы рады успокоиться. Но это невозможно, пока мы не будем отмечены. Наши души будут вечно скитаться в поисках этих предателей. Если бы ты нам смог помочь найти и убить всех троих виновников наших несчастий, то мы смогли бы обрести покой. Постой, ты говорил только о двух предателях. А кто же третий? Третий не предатель, но он один из главных виновников всего, что ты здесь видишь. Это глава Ордена Ведунов, это он разрушил Старград. Старха я знаю, о ведунах тоже слышал. Значит, их найти можно, но где искать третьего? Об Ильфаире я ничего не слышал. Это был великий маг. И я не думаю, что он мог просто так погибнуть или исчезнуть. Надо поискать его следы. Где горе, значит, и он там рядом. Когда их всех найдешь, убей. А если сам не сможешь, мы тебе поможем. Нихера себе. Старха убивать? Очень странно. Я даже не знаю прямо. Попробую. Хорошо. Попробую вам помочь. Все? Ну что, опять решил кому-то помочь? Господи, опять эта музыка. Сказочник, это опять ты? Лучше бы помог мне. Нет, друг мой. Сам обещал, сам и делай. Скажи хотя бы, где искать Ильфаира? А, его искать не надо, он сам тебя найдет. Вот только этой встрече ты не будешь рад. Эй, сказочник, а дальше? Ну вот, опять пропал. Придется искать самому. Так, кровная месть. В руинах Старграда мне встретился призрак воина. Он рассказал историю о гибели города и предательстве. Он просил меня совершить мщение, когда, тогда их души будут свободны. Для этого мне надо найти и убить троих. Это Старх, глава Ордена Ведунов и маг Ильфаир. Первых двух я смогу найти, а где искать третьего, ума не предложу. И еще эти слова сказочника, Ильфаир тебя сам найдет, но этой встрече ты будешь не рад. Ага, не говорящий, да? Так, короче, насколько я могу понимать, Ильфаир это не просто Ильфаир, это реально, по-моему, местный босс. То есть тот, на ком все это... На ком вообще вся основная сюжетка строится. Поэтому забегать вперед не будем, кто не играл, он не в курсе, поэтому там сами все увидите дальше. Вроде бы я не должен проспорить. Так, давайте посмотрим, что там, на чердаках искать? Если сохранюсь... Да уберите эту музыку, ну чё за бред такой, разрабы, ну вы охерели что ли, ну кто такое делает в мертвом лесу, ну где атмосфера вообще, а? Так-то оно, конечно, все аутентичненько выглядит, но то, что вы музыку такую прикрутили, я не знаю, если меня слышит уважаемый мододел Алекс Тирекс, то слушай, братан, ну ты чё-то загнул. Ну, скорее всего, для прикола, возможно. Так, смотрите. Сундук. Так. Зелье обязательно. Тут нихера я не вижу больше. Так.
Уж если делаешь серьезный мод, так ты его сделай по-серьезному, реально. Вот моя музыка и то попрочнее будет. Но это, правда, не моя музыка, это музыка из бойцовского клуба. Но она здесь более уместна, наверное. Так, тут печки нету, да? О, там какой-то чувак, смотрите. Опять музыка поменялась. Сэр Альвин, ого. Вы нашли книгу душ? Чего? Простите, но я не сэр Альвин. Я Витар. Ой, простите. Мне показалось, что я вижу сэра Альвина. Еще какой-то квест, да мы погнали. Удалось найти необходимую нам целая книгу. Куча квестов. А вы случайно его не видели? Нет, не видел. Думаю, что он давно уже мертв. Это вряд ли. Он не такой человек. Он верен своему слову. И если он обещал найти книгу душ, то не умрет. Вот это обещание дал чувак, да? А что это за книга? И неужели она вам так нужна, что даже умереть нельзя? Это великая магическая книга. Она нам была необходима во время осады города ведунами. Мы хотели отдать ее ведунам взамен снятия осады с города. Но книга была украдена Ильфаиром и спрятана. Этим чертом. Мы решили послать сэра Альвана на ее поиски, а сами приготовились к длительной осаде. Старкрад обладал мощной магической защитой, и мы могли спокойно ждать, пока книга будет найдена. Но защита почему-то не выдержала. Город пал. Ведуны не пощадили никого. Ни детей, ни стариков. От города остались одни руины. Если бы сэр Альвин смог вовремя найти книгу душ, возможно, все было бы иначе. Но мы ни в чем его не виним. Здесь нет его вины. Вы меня простите, но теперь-то зачем вам эта книга? Все правильно. Теперь она нам не нужна. Но сэр Альвин не знает об этом и продолжает ее искать. Вот я и хотел тебя попросить. Если увидишь его, передай, что он ни в чем не виноват. И книгу искать больше не надо. Ну хорошо, конечно, обязательно. Хорошо. Если увижу его, то передам. Куда деться? Так. В руинах Старгорода мне встретился призрак Кристин. Кирстин. Скорее всего, он был архимагом и поведал мне историю сэра Альвина, которого послали на поиски книги душ. Теперь эта книга уже не нужна, а сэр Альвин продолжает ее искать, по крайней мере, так думает Кирстин. Гвида как раз является потомком сэра Альвина и продолжает поиск книги. Надо ему сообщить, что поиск книги можно прекратить. Так, ну ладно, мы пока отсюда все равно никуда не уйдем, пока не найдем то, что зачем мы сюда пришли. Так, колодца нету. Значит, надо нам будет порулить Гвида, да? Так, вот тут нету ничего. Ага, сюда. Оп. Ну, я сомневаюсь, что разраб бы стал сюда куда-нибудь книжку вложить. Хотя, я его знаю. Так, куда идти-то? А подвалов никаких нету. Нет, вообще должны быть подвалы. Он же мне сказал, что поищи по чердакам да по подвалам. Так, там я был, да. Но здесь я на крышу не запрыгивал. С этого пригорка можно попробовать. Эх. Вот давай, почти. Сейчас попробуем. Давай, чувак. Блин. Так, ну тут понятно. Не, вообще, по-моему, здесь я не был. Ох ты, подвал. Ну вот, нашли подвал. Так, все понятно. Подожди, хватит, не дерись. Ё, обгоревшие трупаки. А почему я? Потому что я вкуснее, наверное, да, чем это чмо. Сейчас ты истечешь. Так, ну, пока он разбирается, давайте смотреть. Сдавайся, тварь. Блин. Ты куда побежал? Это я не вовремя упал. Ай! А, он на этого побежал. Тихо. Блин, я так и не вызвал. Снаряга коррозии пожирается. Так. Блин, как бы тебя... Вот почему у меня здесь нету... Фус рода, а? Так, ай, блин.
Опасно-то, конечно, мимо них бегать. Да убей его уже, ё-моё! Блять. Держись! Блин! Да помоги уже, ёб твою мать-то, сука, нахер! Вылет, да? Нет, смотрите-ка. На сей раз все обошлось. Так, я сразу присяду. А, запалил, да? На! Сдавайся, тварь. Падай. Да блин, какой ты кривой! Так, сейчас он исчезнет у меня, да? Отходим. Блин, тут главное шибко не бегать, потому что... Ай! Давай, давай, маши. Он чё, дурак, что ли? О, минус. Давай, братан, давай. О, один спрятался, нихера себе. Так, тихо, держись, 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 сука. Чё тебя там повредили, башку? Так, все, я в ней низко вообще. Ну давай, давай, дрочи его, быстрее, пока он сам в инвиз не ушел. О, парализация. Тут надо помочь. Твою мать. Так, ладно. Лучник-маг, блин. Да чтоб тебя... Да неужели? Вот это вот вам зомби, вот это да, это круто. Так, у меня есть какая-нибудь кровь там, я не знаю. Давайте пока вот этого выпьем. Фу. Не кисло. Так, а тут чего? В бочке нету? На полочках ничего не вижу. Ай, ну конечно, ничего не вижу, е-мое. Чего у меня там по истощению магическому? Ну нет, не сильно. Значит, это регенерация. Так. Ящики не кликабельны. О, сундук. Полезные зелья. Да не то опять взял, долбанный ты дебил. Крохотные камешки могут погодиться. Еще один. Да ебать! Да! Какого-то говна набрал. Ладно, с ним потом разберемся. Так, там не вижу. Ничего не просмотрел, я надеюсь. Она может просто на полу валяться, ведь правда? Лояльный нож. Ну, в этом подвале тоже может ничего не быть. Я, правда, не знаю, сколько здесь подвалов. Трупы не кликабельны. Так, понятно. Здесь нету, скорее всего. Ну да, я весь подвал исследовал. Так, где выход-то, ё-моё? Замуровали демоны? Подождите, а где выход? Во! Нифига себе, вы это видели? Ага! Это прикол такой? Или это баг? Четко. Так, ну нету, здесь нету. Здесь нету. Ладно, уходим. Хм, любопытно. В этом трупе тоже ничего, да? Тоже не кликабельный. В сундуках не вижу. Просто не хочется потом возвращаться еще раз. Ладно, валим. А в зомбарях? Ух ты, нефритовое кольцо. Обычный зомби. Что-то здесь на кого-то я еще навел. Так, а тут? Сундук какой-то, но нихера в нем нет. Ай, ничего не вижу. Ладно, выходим отсюда. Ищем еще подвал, значит, какой-нибудь. Так, это сейф. Ну ладно, друзья, я, наверное, предлагаю продолжить поиски в следующей серии. Ух ты,
Не заметил этот сундук, нифига себе. Спрятали в траве. Реально не видно, да? Вот, предлагаю продолжить поиск в следующей серии. А пока большое всем спасибо, что смотрели. Ну как ты же сюда, сука, можно запрыгнуть? Давайте я сейчас запрыгну и серию закончу тогда. Почти же как-то... Неужели надо акробатику для этого вкачанную хорошо иметь, а? Чтобы запрыгнуть. А вот с этого выступа... Кто там орёт? Ай, блин. Мне получается просто запрыгнуть вот сюда. Блин. Ведь как-то же у меня получилось это сделать. Ага, а этот, кстати, на него не встанешь, да? Черт, меня дери. Там ведь что-то есть, наверное. Блин, блин, блин. Ни хера не получается. О-о-о. Но только все это дичь. Я вон как бегу. Стоп, стоп, стоп. Фу, получилось. Так, отлично, ищем. Нет, ну, походу я зря сюда запрыгнул. Зря жопу рвал, да? Темно, конечно. А что время? А, уже 8-6 пм, можно спокойно включать свет. Вот, и искать то, что... То, что надо найти. Ладно, друзья, спасибо, что смотрели. Если серия нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, пожалуйста, и всего вам самого хорошего. Всем пока, до встречи!